В Гордуме второго созыва 5 фракций и самые многочисленные единороссы. Они входят во все профильные комитеты. В комитете по финансовой политике из 16 человек 8 единороссы, в социальном 11. На встрече подвели краткие итоги работы. Солидарное голосование при принятии решений в числе основных задач фракции. Вместе с тем, как было отмечено в докладе, депутатская фракция партии «Единая Россия» всегда стремится обеспечить стабильную и конструктивную работу Гордумы, объединив всех депутатов на решение важнейших городских задач. А за отчетный период было принято более 200 нормативно-правовых актов. Особое внимание депутаты-единороссы уделяют работе с обращениями граждан, диалогу без посредников напрямую. Нередко необходимая помощь оказывается членами фракции за личный счет. Финансовые и материально-технические средства предоставляются. Это в особенности касается вопросов, связанных с ремонтом социально значимых объектов, прохождением медицинского лечения, помощи людям, оказывающимся в трудной жизненной ситуации. В свою очередь избиратели благодарят за помощь и участие. Так, депутаты Ямангулову за понимание и решение проблем инвалидов. Если бы сюда пришли все люди, которым Наталья Нидовна помогла, мне бы кажется, что здесь бы не хватило мест в зале. Арина Макарова, Виталий Немов. «Наше время».